октября 2009 года. Мы в Винтерпарке, это я. Это моя подружка Анжела. Анжела, помаши ручкой. Тут есть еще одна моя подружка Людочка и Светочка. То есть две подружки еще. Они пошли уже по магазинам. Вот это мы сегодня в Винтерпарке. Сегодня тут два дня арт-фестиваль. Вот такие вот интересные стоят палаточки. И тут куча художников, куча всяких рукодельников, людей, кто делают изделия из глины, из керамики. Боже, такую красотищу насмотрелись, натрогались, понабирались кучи всяких новых. Что делать можно? Вот так вот. Сейчас покажу потихонечку. Ну давай еще разочек пробежимся, там уже девчонок встретим. Вот это Анжела без очков. Поймала девочку. Вот это красивейшее место, как я уже раньше говорила, Винтерпарк. Как я люблю это место. Это просто нечто невероятное. Настолько красивый, тихий, спокойный райончик. Как я уже говорила, здесь живут очень богатые люди. Не знаю, насколько богатые, но очень богатые. Вот тут постоянно розы. Зимой, летом, весной и осенью. Ну, так как у нас тут зимы не бывает. Это Орландо. Так. Вот такие яркие картинки. Идем дальше. Люди ходят, спрашивают. Ну, цены, конечно, тут космические. Потому что одно место, я спрашивала у художников, одно место, чтобы здесь вот поторговать два дня своими подделками или своими рисунками, стоит $500. Понятное дело, чтобы заработать хотя бы, оплатить стоимость места, необходимо продать что-то на 500, ну и желательно бы еще и с какой-то прибылью. Что, наверное, не всегда получается. Вот эти вот все вазы сделаны из тыквы. Вот эта тыква высушенная. Да, тут тенечек. Хорошо, не говори. Вот так вот много вот такой всякой разной супер красоты. Вот изделия из металла. Вот тут ювелирные изделия. Опять всевозможные картины. Фотографии, опять же вазы. А картины в Ялте и фотографии гораздо лучше. Не, ну зачем так говоришь? Тут тоже, очень красиво. Ай, окей. Тут тоже все очень красиво. Да, яркие, но гораздо лучше. Так, скажи еще раз потомкам. Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что Ялта лучшее место на Земле? Я хочу сказать, что у нас в Шкале гораздо лучше вкус, гораздо интереснее вещи, ага. Они не испытали. Ага. Когда идешь по базарчику в Ялте или еще где-либо, нравится очень много вещей. И это хочется, и это, и то, и пятое, и десятое, и это. И вот еще здесь тебе вот ничего это, не хочется? Вот две бутылки мне понравились, деревянные. Не, мне нравится все, Анжел. Надо дать должное, конечно. Вот это опять наша девочка, которая делает красивые вещи. Вот такая футболочка, вернее, такая рубашечка из шелка, которую она красит сама, стоит $600 здесь. Видела я такие же в Киеве, не, ну, гораздо не, лучше, не, ну, гораздо сейчас красивее. Речь не об этом, у каждого свой вкус. Не будь противной, будь хорошей девочкой, Анжела. Больше разнообразия, больше красивее. Вот кожаные сумки, кожаная всякая разная. Вазочки красивые. Так, ну это только мы прошли только часть фестивальной территории. Тут можно видеть очень-очень много. Вот хоть и Винтерпарк, он и небольшой, вот эта парковая зона вся уставлена палатками. Вот там мы сейчас подойдем к еде, там куча всякой еды, вкусной всякой разной. Ну что, все? Ой, какой татуированный мальчик. Нельзя его не снять. Ой, я уже хотела выключить, хорошо вовремя не выключила. Ты видела, какой красавец весь в татушках? Видела? Я чуть не выключила. Перед ним. Ты завтра снимешь для истории. А вон девочка, вся грудь у нее в татушках. Вон какая красавица. Кушать хочется, конечно, а то похудеем.
Давай, милая моя. Давай. Так, это мы. Вот это вот сам. Узенькая вот эта дорожка называется. Узенькая улочка называется Парк Роуд. Вот там куча ресторанчиков, вон кофейня, магазинчиков с разными поделками, с очень дорогой модной одеждой. Вот девочки все в татушках. А зато вот мы без татушек. Очень хороши. Только что дяденька нам таких комплиментов нас пускал. Хорми, gorgeous. Gorgeous Russian girl. Of course. We are. Вот наша любимая полиция, которая нас бережет. Кстати, вчера я стала гражданкой Америки. В смысле, Соединенных Штатов Америки. Я уже гражданка, мужу говорю с утра. Привет, гражданин. Он мне говорит, привет, гражданка. Да, теперь я могу служить, кстати, в полиции, если я захочу. Я же уже гражданка, я могу. Вон мальчика снимем, я все время о нем вспоминаю. Ой, пошли, пошли скорее. Какая у него головочка красивая. Петушочек ты мой. Ты мой петушочек, дорогой. Тут вот такого, вот такого видишь каждый день. Ой, какая прелесть. Какой симпатичный. Вот так вот. В Ялте бы у нас, в смысле нашей стране, закидали бы камнями. А здесь никому проблем, никому никакого дела. Завтра, кстати, я иду на гей-парад в центре города. Сделаю отдельный маленький репортажик. Ну, какая сказка. И никто тебе камнями не запросит. Да? Свободная страна. Ой, а там все сейл, 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 потому что людей много, все повытаскивали на улицу, чтобы успеть все продать. Ну что, наверное, хватит. Все, до свидания, до новых встреч. Пока.